Меня зовут Валентина Сильч. Я военный пенсионер и создатель благотворительного фонда «Лохматая душа». 15 лет я занимаюсь тем, что спасаю бездомных животных и пристраиваю их в семьи. К нам они попадают в очень тяжелом состоянии. Я и моя команда волонтеров, мы подбираем, лечим, кормим. К сожалению, пристройство идет очень тяжело, и приют разрастается. Из года в год он увеличивается, как бы мы ни старались. Всем привет, меня зовут Люба, я живу в Сан-Франциско, в штате Калифорния. Я занимаюсь маркетингом мобильных игр. 1,5 года назад я узнала о Вале и ее приюте. И я узнала о них, потому что услышала, что в России перед чемпионатом мира начались очистки улиц и убийства бездомных животных. И я видела на Ютубе видео Вали, как она боролась против этого, спасала собак, бездомных, искалеченных, и брала их к себе в приют, лечила их и находила семьи. Я настолько вдохновилась всей этой историей, что я сама в Америке с друзьями начала организацию, которая занимается пристройством бездомных животных. То есть я беру собаку Вали из России и пристраиваю здесь, в Калифорнии. Мы этим уже занимаемся больше года. И все люди, которые взяли у нас собак, они просто в восторге от Валиных животных, всех, которых мы взяли из приюта «Лохматая душа», и говорят, что они самые умные, самые красивые, добрые, со всеми ладят, с кошками, собаками, с людьми. Я всем очень рекомендую, если вы ищете собаку, то, пожалуйста, посмотрите на Вален приют, обратите внимание, там очень много животных, которые нуждаются в любви, в доме, и совершенно не обязательно брать собаку у бридера, у людей, которые их разводят, чтобы получить красивого пса, или послушного, или дружелюбного. В общем, у Вали в приюте вы найдете прямо кого угодно. Валя просто ангел, и она этим занимается уже много-много лет, и я уже не помню, сколько тысяч душ она спасла, чтобы не было столько бездомных собак на улицах. Всех призываю помочь ей, помочь приюту «Лохматая душа». Ситуация с бездомными животными в России страшнее с каждым днем. Нет закона о всеобщей стерилизации. Несмотря на то, что с этого года принят закон, на деле бездомных животных ловят и убивают. Когда я начала вести активную борьбу против людей, зарабатывающих деньги на уничтожение бездомных, против меня инициировали судебный процесс и присудили моих животных вывести, неважно куда. В Липецкой области нет ни одного приюта, ни одного. Там есть только живодерня. Меня зовут Татьяна. Я являюсь волонтером приюта «Лохматая душа». Я беру на передержку и на дальнейшее пристройство животных. Приезжаю в приют, я перечисляю небольшие, но все-таки деньги. Я участвую в акциях. Я хочу сказать, что помогать не так страшно. Помогать есть возможность, если есть желание. Вот из того, что я перечислила, если вы можете хотя бы что-то одно взять на себя, участие в жизни приюта, в жизни наших лохматиков, то это будет не так сложно. Это по силам нам. Людям. Поэтому будьте с лохматой душой, будьте с нашими хвостиками, будьте с Валентиной Силич, будьте с нами. И пусть у нас у всех с вами вместе взятых будет все хорошо. Когда суд вынес решение уничтожить моих животных, я обратилась в интернет-сообщество, и люди откликнулись. Чего нам стоило за год на ровном месте, в поле, построить вольеры и вывести животных. Это был марафон со смертью. Я Катя. Проживаю в Великобритании, в Лондоне. Я учусь на доктора наук.
Я очень давно знала о приюте лохматой души, но не так давно стала там волонтером. Я решила сделать страничку GoFundMe полностью на английском языке, чтобы рассказать людям в Англии и на Западе, и в Америке, и везде, где понимают английский язык, чтобы рассказать им о том, какую чудесную работу Валентина Силич каждый день выполняет. Я попросила на этой страничке стараться 45 тысяч фунтов, чтобы покрыть приюта долг. Этот долг состоит ветеринарных услуг, операций, которые делают очень часто собакам и кошек, которых спасают, за корм и еще за землю, на которой перестроили недавно приют полностью. Еще самое главное, так как скоро зима, надо это все утеплять. Я очень надеюсь, что когда люди узнают, как Валентина старается и как она переживает из-за того, что не хватает иногда корма покормить животных, что они захотят к нам присоединяться и помочь, как могут. Лохматая душа – это благотворительный фонд. Центр помощи и реабилитации бездомных животных. Сейчас у нас около 1500 собак и около 200 кошек. Много пристроено, но малыши продолжают поступать разного возраста. И очень часто они больны. У нас нет денег ни на вакцинацию, ни на корм. Стройка у нас застыла. И именно сейчас я прошу вас о помощи. Если вы смотрите это видео, значит, вам не безразлична судьба животных. Меня зовут Анастасия, я живу и работаю в Москве и являюсь волонтером с недавнего времени приюта «Лохматая душа». К сожалению, мне не получается часто бывать в приюте, но я стараюсь помогать как могу. Я и мои подруги, такие же волонтеры, как и я, мы покупаем корм для приюта, а также стараемся помогать финансово. Те собаки, которые там находятся, они реально нуждаются в любви и ласке. Я очень люблю животных, у меня у самой две собаки. И, конечно же, я рассматриваю возможность взять собаку из приюта. Я призываю всех вас, приезжайте в приют, играйте с животными, выбирайте себе нового друга. Эти ласковые глаза и прекрасные милые мордашки, они не оставят равнодушным никого. Они нуждаются в любви и ласке, они очень хотят любви. И, конечно же, стремятся к каждому человеку, который хочет с ними поиграть. Было бы здорово просто ходить с ними и гулять. Этого им очень не хватает, потому что в большинстве своего времени они находятся в вольерах. Приют огромен. Животные в нем ухожены. Мы делаем все, что в наших силах. И именно поэтому я вынуждена обратиться к вам. Я прошу вас, люди, откликнитесь. В приюте огромные долги за стерилизации, за корм, за ветуслуги. И положение ухудшается с каждым днем. Самое страшное – впереди зима. Многие вольеры недостроены, не утеплены. Мы ищем спонсоров, меценатов. Я благодарю всех, кто отзовется и станет нашим другом. Добрый день, меня зовут Марина Абугова. Я волонтер «Лохматой души» уже несколько лет. Я живу в Германии, мне 67 лет, врач по профессии, работаю. Летом этого года я побывала в Москве и была в приюте в городе Чехов. Это огромный приют, так больше 200 вольеров, больше чем 1500 животных. Впечатляет, конечно, объем работ, который проведен. Сейчас строительство почти уже закончено, но все равно каждый день что-то требуется. Работают волонтеры не только из России, но и из других стран мира, потому что этот приют действительно уважаем и известен во многих странах. Люди работают информационно, помогают распространять информацию о нашем приюте в социальные сети, на Facebook. Другие помогают руками, те, кто живут недалеко от Чехова. Помогают, конечно, материально. Люди, которые друг друга не знают, их объединяет только любовь к животным, только любовь к нашему приюту и желание помочь. Это очень важно, это очень здорово, что все
люди со всего мира откликаются и помогают. Но приют настолько большой, что все равно рабочих и любящих рук не хватает всегда. Наступает зима, а приют к этому не готов. Очень нужны материалы для того, чтобы утеплить приют. Это сделать прежде всего навесы, крыши над головой у животных, чтобы снег и дождь не попадали туда. Необходимо утеплить будки, необходимо постелить сено. Это сейчас самая главная задача и самая первая необходимость. Мы очень просим всех, кто может откликнуться и помочь подготовить приют к зиме, потому что иначе здоровье наших питомцев может пострадать. Они и так настрадались. У этих животных нет никого, кроме нас. Мы очень вас просим, откликнитесь на эту нашу проблему. Не оставляйте нас одних и их тоже.